И чтобы улучшить, нам понадобится... Угу. Викинги нужны 176, а у меня пока, как ты видишь, 164. Но я могу же сделать мельницу, она же где-то у меня... Так, здесь получает уровень. Вот. Уже доступная Академия 7 уровня. Ну-ка, уже доступно. То есть у меня хватает, да? А для того, чтобы улучшить, ребята, нужно почти 2 миллиона древесины. Помнишь, я когда-то кричал: да куда эту древесину девать, ее слишком много. Нет, ребята, слишком много древесины не бывает. Теперь мне ее не хватает. Как жаль. Ну что, тут мы с тобой ничего обменивать не будем. Это мне не нужно. Яблоки, тут расческа, да, и четки. Обойдемся без этого всего. Так, я не понял, а что это вы, бродяги, у меня сидите тут? А ну-ка, быстро, быстро, быстро все на добычу. Так, древоруб. Загрузил, я смотрю, да? Костолом. Давай, 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 быстрее, быстрее, а то, смотри-ка, сидят тут мне, прохлаждаются. Кто-то у меня здесь прокачаться. Ну, конечно же, громорог. Так, он 19 уровень получает. Ну, ты не забывай, что нам нужно прокачивать... остальных, блин, это ж сколько надо ресурсов, а? Это чтобы на 30, даже хотя бы до 40 уровня прокачать. А там нужно до 70, да? Ага, до 42. Семерых. Трындец, то есть 6 уровней нужно поднять. Так, ну что, голубчики, вы у меня, я смотрю, прилетели, да? Продолжить. Две шестеренки. Так, мы с тобой отправим их, ну, вот в ожидание. Бесплатно. Бесплатно, конечно же. Так, здесь у нас с Маркалом мастер вести переговоры. Естественно, опять же, ребята, ложь. И бесплатно. Пускай летит. А здесь мы получаем с тобой что? Еще одно яйцо, замороженное только. Пускай приземление, да? Бесплатно. Ну и тут мы с тобой выберем валку. Все. Все у нас полетели делать дела. Так оно и должно быть на самом деле. Так, ты что, типа древесину добыл все? Нет. Давай, нечего прохлаждаться, добывай мне как следует. А ты что сидишь? Давай лети быстренько. Давай смотреть, что у нас тут. Задание. Ну это ежедневный вход, это понятное дело, да? Мы с тобой получили. Погоди-ка, я, по-моему, там что-то не взял. Блестящий янтарь. Сразу же, моментально ставим автоматически следующий. Жалко, здесь нету автосбора, да? Чтобы он собирал и сразу следом ставил следующий. Так, здесь получаем напиток. Еженедельное. Соберите предметы. Древесина. 4 миллиона. С драконами. А мне только 54 тысячи. Так, получите в схватке трофеи 500. Как понять, в схватке трофеи 500? Хм. Немножечко не понял. Так, давай-ка мы с тобой... А мы лучше с тобой не так сделаем, да? Мы сделаем в начале. Да, конечно же, нам нужно с тобой сделать оборону. А, мои люди ни на что не годные. Они не могут вывести ни одного детеныша из этих яиц. Похоже, без этой книги драконов не обойтись. На Олухе нас уже ждут, так что придется быть еще вероломнее, чем обычно. Не прекращайте налеты. Мне нужно время, чтобы сообразить, как достать эту книгу. Да что ты. Достать тебе эту книгу не удастся, парень. Даже и не мечтай об этом, я тебе серьезно говорю. Ну что, мы с тобой к бою готовимся. Так, я в первую очередь выпущу, наверное, беззубика одного. И выпущу я его вот здесь, ребята, внизу. Да, он снизу падет. Блин, ну тут, конечно, тут баллиста. Там это, не знаю, получится ли у него одолеть. Видишь, что творят? Бомбят. Так, а этих выпустим с тобой сверху. Давай-давай, беззубик, молодец, красавчик. В
принципе, тут вроде бы все у нас как бы под контролем, да? У них все получается. Беззубик бомбит. Я, наверное, беззубика в помощь. Так, нормуль должно быть, да? Есть контакт. Так, ну мы еще можем помочь, об этом тоже не забывай. Вон ту, вон лодку с тобой. Ай! Давай, родные мои, бомбим. Блин, ключик лишим сейчас. Мы потеряем с тобой, наверное, один ключ. Так, нехватка энергии. Ну давайте же, родные мои. А этот что, полетел? Все, что ли? Понятно. Да, мы с тобой потеряем один ключ. Ну, ничего страшного. Всякое бывает. Как они долго бомбят. Если бы не беззубик, ребята, мы бы здесь бы, ну, не смогли бы победить. Окей. А здесь, как видишь, все у нас удачно получилось. Победа за нами. Ну и два ключа мы получаем. Сейчас будем открывать. Заберите награды. Ну давай здесь глянем. Руны. И древесинки немножко. Ну, нормуль. Раньше викинги проводили все время, сражаясь с драконами. Теперь мы сражаемся вместе с драконами против викингов. Как иронично, правда, Громгильда? Раук. Раук. Рашпук. Так, ну-ка давай глянем. Для того, чтобы... Нам нужны с тобой топоры. Отправляем нашего беззубика в путешествие и вот так. Они меня, друзья, вынуждают просто тратить, чтобы я три сумки с собой было у нас. Так, больше шансов. Ну, видишь, 5 рун мы с тобой компенсировали. Так, значит, следующая наша задача с тобой состоит в следующем. Мы должны накопить 2 миллиона древесины, чтобы поставить на улучшение нашу академию. После этого мы сможем только лишь прокачивать драконов, как ты понимаешь. Другого здесь варианта и быть не может. Так что придется терпеть. А это очень долго. Ну как сказать долго, ребята. Раньше меня снабжали древесиной, особенно в событиях, кстати, у меня доступны они. Угроза, драконий корень. Оу. Что-то новенькое, друзья мои. Или это... Нет, это новенькое. Ох ты, дорожка-то какая длинная. Драконий корень опять пошел в рост. Нужно его искоренить, чтобы ни один дракон больше не пострадал. Я согласен с тобой, толстячок. А как этого толстячка звать? Ребята, я знаю, что вы знаете его имя. Хотя у него там было написано имя. Проверка. Проверочка была. Так, ну что, у нас с тобой две волны. И мы будем их бомбить. Начнем вот так вот. Но тут мы с тобой и ресурсы заработаем. Как раз ты не забывай, что у нас после каждого прохождения крутится рулетка. Да-да. Вот так. Теперь у нас есть, как говорится, стимул собирать и древесину, не только рыбу. Ну что ты там, шитик мелкий. Мы же тебя сейчас быстренько тут ушатаем. Хотя не похоже, что быстренько сопротивляется, а мелкий, да? Сегодня, ребята, еще у нас будут черепашки-ниндзя. Не забываем, что новая неделя. И кто-то у нас сегодня перейдет в платиновый ранг. Я еще пока не решил, кого мы будем переводить. Так, водорезик. Хорошо, мы его сейчас... На тебе. Угу. Броню понизили, значит, ему крышка. Опа. На один зубок, да? Моему громобою-защитнику. Так, мне здесь не нравится... Опа, уклонение, шикарно. Вот это тут мне нравится. Это ужасное чудовище, которое бомбит огнем. Причем очень, очень люто. Но не в этот раз. Ну что, злобный змеевик. Ага, хвостика будет бомбить, понял? Серьезно ударил. А теперь наша очередь его разбирать. В плане промахнулись. Ну как так-то? Так, он сейчас опять... Ну, обычно сейчас будет выстрел. Пробьем? Нет, не пробьем. Не хватило чуть-чуть. А так, если... Замечательно. Первый поединок и первая победа. Ну-ка, крутанем. Колесико наше, может быть, что-нибудь хорошее. Во, 100 тысяч рыбы дадут. Ну, для прокачки моих драконов это, в принципе, неплохо.
Дальше мы забираем с тобой янтарь. Замечательно. Так, и... будет у нас пак еще впереди. Потом опять янтарь. Слушай, это, конечно, все хорошо, но это сколько нужно янтаря, чтобы заработать 90 штук? Это получается, если... 1000 к одному, елки-палки. Много. А вы что, тут вдвоем, что ли? Ну-ка, неплохо он бомбит. А вот так вот, на. 9 уровень, а что такой крепкий? Можно мне у тебя поинтересоваться, что это сейчас было? Фига ты бомбанул. На тебе за это. Уничтожить сможешь? Должен. Красиво. Так, даже не думай тут что-нибудь делать. Сейчас мы его добьем. Пока. И кто у нас тут на последней волне? Ого. Электрический так смотрится прикольно, ребят. А вот бьет он сильно. Надо его истреблять. Ты прикинь, вот это он вжарит сейчас. Только бы попал. И он попадает. Так, ну что, голубчик, пора тебе отправляться к праотцам. Все, ребята, жду не дождусь, когда мы крутанем колесико и посмотрим, что нам выпадет. И давай-ка, порадуй меня. Давай вот древесину. Ну тогда же еще лучше. Так даже еще лучше, друзья мои. Даю там дополнительную энергию. Так, мы с тобой переходим сюда. И вперед. Следующая награда будет у нас пак. Нисколечко не возражаю, друзья, только за. И тут у нас крылатый ужас. Один. Почему? Почему тут один стоит и грустит? Объясни-ка мне на милость. И мы же его сейчас разберем тут всей толпой-то. На. Так, последняя волна. Кревет. Так, ужасное чудовище. И сарделька. Сарделька же это, да? Так, нам нужно как можно быстрее избавиться от кревета. Ну что ты там дергаешься? Дергается он мне, а? Добивка. Теперь будем этого разбирать. Ужасное чудовище. Сейчас будет, кстати, огнем бомбить. Нет, я на самом деле думал, что он сделает суперудар. Но он не стал. Значит, этот. Ох, ё. Хорошо бомбит, посмотри. Есть, друзья мои, большой риск сфейлиться. Так, ну энергии не хватает, он добьет громобоя, понятное дело, да? А вот нам с тобой надо уничтожать. Да вот так вот я сделаю, не промахнись. Все. Тройной удар тут был на высоте. Давай рулетку. Так, рыба что ли опять? Ну да. А раньше нам выпадала одна древесина, теперь выпадает одна рыба. Пак, пожалуйста, будьте добры. Вот так вот. Забираем. Слушай, у нас тут пак. В конце самый крутой пак, но я до него навряд ли дойду. Тут все будет сложно. 150 рун еще тут поджидает. Напиток. Ну, энергии, естественно, у нас не хватит с тобой пройти сегодня все. Но половину где-то мы, да, пробежим. Это кто у нас там? Душитель. А что ты там делаешь, а, малыш? Ты хочешь получить звездюлей от нас, да? Конечно хочет, ребят, конечно хочет. Так. Броню снизим. В плане, ну в плане промахнуться. Ну как ты мог, тройной удар, а? Не знаю. Хандрит, походу, парень, да? Просто хандрит. Добивай его. Ой-ой-ой. Ого. А хухо-то не хухо? Ну-ка, давай, наверное, так сделаем с тобой. Блин, нам надо успеть до... Что они себе позволяют, а? Сейчас добьют громобоя мне, походу, дела они, да? Ну так оно и есть.
Они шутить не любят, я смотрю. Но и мы тоже не будем шутить. Давай, тройной удар. Прекрасно. Просто замечательно. Продолжаем их бомбить. И добивочный. Так, вот сделаем таким образом. Все. Порвали мы их. Ну-ка, посмотрим, что нам здесь с тобой достанется. Опять рыба, что ли? Да, решили они меня сегодня закормить этой рыбой. Ну что же, мы с тобой двигаемся к тусклому янтарю. Меня даже не интересует не столько бой, сколько награда за бои. А тут уже, смотри-ка, по двое. Угу, две волны и уже двое. И это оба душителя. Повезло. Начало неплохое. Так, фиол. У нас с тобой вот поэтому, да, идет усиленная атака. По синему. Опа. Молодец, пристиголовый. Умница. Так, давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Да. Вот этот вот урон обычный, это вообще ни о чем. Подожди-ка, мы же ему вроде бы... А, нет. Это я себе усилил атаку. Ой-ой-ой. Блин, ну давай попробуем так сделать, наверное. Массовая атака от тройного удара. Ты посмотри. Ты только полюбуйся на этого голодранца, который устоял. По нему даже не попали мы. Жестко, люто. Так, добиваем. Ну что, хлыщ, сейчас мы будем с тобой разбираться. Блин, тройной удар уничтожили, к сожалению. Плохо. Очень плохо. Так, ну он ничего нам не сделает такого серьезного. Мы его, естественно, уничтожим. Поздравляю нас с победой, и мы двигаемся дальше. Так, давай-ка мне рулетку. Будьте так добры. Что-нибудь такое, посерьезнее. Вот, давай, пак, вот этот, вот пак, оставь. Есть. Друзья мои, пак. Необычные драконы здесь будут. Надеюсь. Слушай, это круто. Это очень круто. Блин, а у нас энергия закончилась. Ну как так-то, а? Блин, такое классное испытание, и на тебе. Закончилась, блин, энергия у нас с тобой. Что? Вот придется, ребят, отдыхать. Так, ну-ка давай-ка посмотрим, что у нас тут с тобой. Янтарь, это сразу мы забираем. Дальше. Посмотрим, монеты Одина. И душитель, лаварык, громобой, защитник. Ну и, конечно же, ресурс, без них никуда. Ну что же, открываем следующий, вот он, новый набор карт. Итак, 500 тысяч рыбы, 200 тысяч древесины, воу-воу. Ну вы серьезно, ну громоножка же, ну она есть у меня, ну... Эх, отпускаем. Отпускаем, друзья мои, громоножку. Я думал, что-нибудь такое новенькое мне достанется. Ну, ладно. Зато много ресурсов дали. Тут 2 миллиона. Кстати, я могу что-нибудь... Ага. Так, ладно. А для того, чтобы сделать нам больше... Вот. Древесина нужна, и здесь тоже древесина. Ферма Яков. Блин. Ты тоже понимаешь ли, нужна древесина, оказывается. Так, тут опять прохлаждается, а? Ну что, значит, получается, рыбу нам надо тратить только лишь, ну... На что? На прокачку наших драконов?
А все драконы у меня... Во, есть, голубчик. Так, где у нас королева... Принцесса огнеедов. Вот так. Тайфумеранг. Нет, он тут качаться хочет. Только лишь на прокачку готов. Так, а здесь что у нас? Только древесина. А ты? Почему они, вот, ребят, я не могу понять, почему они такие слабенькие? Вот объясни мне, пожалуйста. Обучить. Ну иди, обучайся. Раз так хочешь, прям вот горишь прям желанием на обучение идти. Так, ну что, друзья мои, что у нас по событиям? Давай еще раз глянем. Так, а это что за новое событие? Ранний доступ. Угу. А вот если бы я был бы наездником, я бы смог вот здесь, ребята, получать потрясающие подарки. Да. Но я не наездник, к сожалению. Я хотел бы вступить. Вот серьезно говорю, я бы хотел вступить. Хватит вероломных планов. Поплывем прямо на Олух и отнимем эту книгу драконов. Отправляйтесь на Олух и достаньте мне эту книгу. Да вот уж дудки вам книгу. А у нас с тобой остается арена. Потому что больше нам пока делать нечего. Да? Да. Так что давай, будем драться. Соляночка, да, нам выпала? Слушай, я не против, вообще не нисколечко. Ну-ка. Ой. Так, ну, разбираем тогда его. Блин, ну как вот, как, я не понимаю, ну... Почему вы постоянно промахиваетесь? Почему? Объясни мне. Они промахиваются, да, но один раз там, извини, за 10 боев. Что ты, ускоряешь? Ты ускоряешь свою команду, парень? Ты не оборзел ли? Лаварык, успокойся. Иди отсюда. Ты никто и звать тебе никак. Вон, надо кого бомбить. Конечно же, прихвостня. Сейчас поджарит. Ну-ка. Слушай, ну инициатива очень большая. Ребята, они сейчас будут один за другим ходить. Понимаешь? Один за другим. На тебе. Так, сейчас ходит прихвостень, потом лаварык. Ага, ну и... Опа! Нежданчик такой, да? Привалил. Ну что, лаварык, ты, по-моему, доплясался. Да выпендривался, так сказать. Вдвоем-то нам тебя проще будет уничтожить. И я это сделаю с превеликим-превеликим удовольствием. Мы тоже можем ускорить с тобой драконов, да? Но этим я заниматься не буду. Это для... Для кого? Для простачков. Мы с тобой легких путей не ищем. Нам подавай все посложнее. Ну вот она и первая победа наша на арене. Какой пак дадите? Ну, кто бы сомневался. Опять обычный. Ну, а мы с тобой продолжаем наши битвы. Драконов нам еще нужно много подбить. Опа! Два красных дали, это плохо для меня. Это, скажем так, не есть гуд. Особенно там с креветом с этим. Началось. Опять вот 25, меня уже подбешивает, серьезно говорю. Постоянные вот эти вот промахи. Просто раздражает. Ну, конечно же, они взялись за громобой. За кого им еще браться? Знает же от кого, да? Будет им доставаться. Опа, как он таким образом накопил себе момент... Вот ты объясни, как он накопил себе вот столько? Сразу же, сейчас хана. Хана дракону. Ну, добей, нормуль. Так, да почему он так набирает, офигеть себе эту? Ну, естественно, он начинает жарить. Так, ладно, посмотрим, что мы тут с тобой предпримем. Отравили, да? А ты... Ой, больно-то как. Раз, два. Блин, добить не получится, конечно. Жаль. Но он, по крайней мере... А, отравление, друзья мои, его добило. Я думаю, что же случилось-то? Поехали дальше.
Кого тут нам подкинут? Ага, две синьки плюс зеленка. Против синьки у нас с тобой неплохо барс и вепрь выступает. Стоп, и видишь, они сразу нападают, да? Нормуль. Так, сейчас он ходит. Потом... Ага, промахнулся, замечательно. Так, давай-ка, наверное, вот с этого начнем. Слушай, я, наверное, потерплю. Сделаем с тобой массовую атаку именно нашим тройным ударом. Пока придется потерпеть. Вот, аккуратненько их так уничтожать. Так, потом будет... Я вытерплю, вытерплю. И я кое-что хочу сделать. Я хочу их сразу всех наказать. Но мне кажется, не получится. Выживет вот этот вот, потому что у него очень много здоровья. Промахнулся. Ха-ха-ха. Ну что? Двоих должны убрать. Так, получилось. А что ты будешь делать? Ой-ой-ой, как ты меня напугал. Урон, конечно, вообще ни о чем, а? Согласись. Броню уменьшили. Добить сможешь? Красавчик. Вот где радость за моих драконов. Все идеально получилось. Ну что, друзья мои, мы продолжаем с вами битвы титанов. И дают солянку. Красных нету, и это уже хорошо. Но тут все очевидно, да? Начнем, наверное, с прихвостня. Хотя... нет. Так вот сделаем с тобой. Змеевика положим. Воу-воу. Подхалим, а? Ладно, сделаем таким вот образом. Так, змеевик. Вот так. Добиваем. Сейчас будет атаковать кого? Ну, ох, ё-моё. Неужели он настолько мощный, прям вот вынес? Прям это, ну, не верится мне. Так, сейчас они вдвоем сходят здесь. А потом мы с тобой влепим. Под усиленной атакой, да? Вот так вот мы сейчас им пропишем. В плане уклонился. Да как ты уклоняешься-то, а? Лаврык уклонился, понимаешь? Он сейчас будет либо хиляться, либо... либо атаковать. Ну-ка, укусим его. Теперь вот так. Такие викинги. Что-то там недовольные. Этот в ладоши хлопает. Это группа поддержки вот этих, да, драконов? Понятно. А моя группа поддержки стоит сзади, я ее не вижу. Вон она, моя группа поддержки. Радостные все, отлично, ребят. Двигаемся дальше. Вот и накопили на первый пак вождя. Кошмарный престиголов, душитель, громоль защитник. Барс и вепрь. О, они, кстати, готовы прокачаться, да ведь? Барс и вепрь будут получать 13 уровень или же нет? Так, где они у меня? Вот. Блин, необходимо... Понятно. Засада какая-то, а? Прям. А тут что? Всех нужно прокачать до 24 уровня. Понимаешь? Всех. Причем, если я даже их прокачаю, мне кажется, они скажут: парень, нужно там, я не знаю, 50... какой там 52 уровень или что, чтобы дальше их прокачивать. Ладно. Шутки в сторону. У нас еще, друзья мои, 10 дракончиков нужно бомбануть, чтобы забрать последний пак. Так что не раскисаем, собрались. Так, фиол, фиол и синька. Ну, синькой мы сейчас займемся с тобой. Синюхой, да? Чудовище, конечно, раздражает. Давай, наверное, сделаем вот таким вот образом. Усилим нашего громобоя. Ты посмотри, что творит. А мне нужно его подбить, чтобы он... А он бафнет сейчас, да? Успеет баф сделать? Нет, он не стал делать этого. На тебе. А вот это плохо.
Жуть, жуть какая-то, что он вытворяет. Кого ты будешь атаковать? Промахивается тоже, да? И мы промахиваемся. Ну, конечно же, как же мы с тобой, чтобы не промахнуться? Офигеть. На тебе. Ну что, у нас шансы есть с тобой на победу здесь? Или нету? Предположим. Можем заблокировать. Давай заблокируем ему способности. Пускай будет просто атаковать. Еще блокируем. А потом только лишь останется добить. Я надеюсь, мы не промахнемся. Фух. Шикарно, было опасно, но все у нас получилось. Ну что, поехали. Еще 7 драконов. Мне хочется, понимаешь, либо перейти на новую арену, либо получить новых драконов. Еще я хочу открыть себе зеленую смерть, в конце-то концов. Уже долго, да, мы... Точнее, я не могу ее открыть. Ну что, кри... Ой, ой, команда-то какая-то, посмотри. Да, мощная. Тут не поспоришь. Не, она действительно мощная команда здесь у них. Хи, я даже не знаю, как и быть. Даже и не знаю, что делать. Уклонение, ребят, ну, ну кто, вот кто мог сомневаться? Я вот нисколечко сомневаюсь. Смотри, что делает, а. Они мне хотят уничтожить. Так, тихо. Кто? Блин, сейчас. Ай-яй-яй, живи, живи, живи и радуйся. Опять кревет ходит. Нет, кревет уже не сходит. Блин, я не имею права позволить этому сделать суперудар, а он, наверное, сделает. Ай! Да отвяжись ты, а! Кусать-то так сильно, а! Почему-то, когда я за него играю, ну правильно, у меня там какого, 9 уровня, да? А у него-то, посмотри. Так, сейчас этот сходит. Этот еще опять сходит, а? Кусать будет. Жестко. Друзья мои, бомбим. Бомбим по полной программе. Надеюсь, скалотряс меня не оглушит. А он сейчас может... Все, это ему смерть. Это ему смерть. Он же мог сделать супер удар. Раскрутиться, ударить по мне, загнать меня в стан, а потом два раза куснуть и все. И была бы победа его. Так, остаются 4 дракона всего подбить. Дайте солянку мне, пожалуйста. Ага, дали 2 синих и плюс красные. Но с синими-то все нормуль. Блин, вот с красным что делать? Начну с громорога. Твою же дивизию, ну какой ты вот... Вот что толку от твоих 2 голов, если ты постоянно просто промахиваешься? И его, конечно же, сейчас разберут, ребят. Понимаешь, они его разберут. Ну вот что вот он сделал? Одну атаку и все, и сейчас его бомбанут. Даже добить не смог громорога, ё-моё. Сейчас пол... В плане, они они переключились на громобоя? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну-ка. Нам нужно... Блин, скалотряс, ребята, усилил атаку. Блин, это плохо. Что он сейчас будет делать? Уничтожать, просто уничтожать. Вот что он будет делать. А у меня здесь, как ты видишь, пониженная атака. По-моему, мы доигрались с тобой. Сейчас это 2 раза куснет. И все. Трындец. Ну, ребята, у них уровень, ты видел какой? Я бы в любом случае, наверное, не смог бы устоять. Если бы, правда, пристиголовый бы бомбил бы по 2 атаки, как полагается, возможно, мы прошли бы здесь. 3 драконов. Короче, если мы сейчас каточку с тобой идеально проходим, то получим последний пак. Нормуль, кстати, дали. Но тройной удар. Тройной удар. Наверное, мы именно с него и начнем. Поехали, будем его разбирать. Что-то там задумался. Понятно. Бесит меня.
постоянно промахиваются своей вот второй головой. Вот сейчас его опять разберут. Сейчас его опять разберут, он даже ничего не успеет сделать. Как всегда, ребят. Так, нужно вот этого бомбить, потому что этот с усиленной атакой. Надо же, попал два раза. Это надо где-то записывать. В какой-то красной книге, я не знаю. На тебе. Сейчас добьет. Понятно. На тебе. Чуть-чуть, да, не хватило мне пробить его. Ну, ничего страшного. Сейчас мы сделаем с тобой вот так вот. И заблокируем, чтобы он не выпендривался здесь. Ну что, все? Да? А тетя дергается там, с ножки на ножку переминается. Ну, правильно. Вот ему только и остается переминаться с ножку на ножку. На. Бумс. Слушай, ну я тебе... Да не будем мы так делать. Я тебе скажу, что все, ребята, пак вождя у нас в кармане. Вот он, красавчик. Давай посмотрим, что ты нам приготовил. Древоруб. Ужасный чудовище. Так, кошмарный пристеглов. И громобой-защитник. Ага, барс и вепрь. Все вроде бы хорошо. Все вроде бы хорошо, кроме одного. Мне не нравится, что у меня... Так, 1 700 000. Подожди-ка секунду. 1 700 000. А сколько у нас академка стоит, чтобы улучшить? Блин, 1 800 000. То есть 100 тысяч не хватает всего лишь? Да блин, вы серьезно? 100 тысяч не хватает? Даже я бы сказал бы 55 тысяч не хватает. А где мне древесину взять? Так, подожди, а что я, ребята, думаю, древесину где взять? Мы можем древесину с тобой и здесь набить. Да, я не спорю, что... Как бы тебе сказать? Не будем получать пак, но ресурсы-то мы с тобой будем получать? Ведь я прав или нет? Сейчас проверим. 45 тысяч древесины мне нужно, чтобы поставить академию прокачиваться дальше. Только после этого я смогу своих драконов дальше развивать. Ага. То-то же. В коем-то веке он промахнулся. Не могу, просто уже раздражает он меня, этот криви... Ой, кривет, елки-палки. Ну ты понял, да, этот пристеголов. Сейчас кого-то нас бомбанул здесь, по-моему. Уж больно идеально ровно они идут. Офигеть. Минус. Давай вот этого, наверное, синего. Опять вдвоем будут ходить, да? Этого меня разберут. И я останусь один на один с ними. Да, это плохо. Если я здесь победу не одержу, естественно, я ничего не получу. Так, как раз это как раз хорошо будет бомбить, да, по мне? Да, красный бомбит замечательно просто. У него еще и энергия полностью. О, сейчас хвостом бомбанет. Да, друзья мои. Хотел добыть ресурсов, да как видишь, не судьба. Так, 13 уровень против меня уже, понимаешь? 13 уровень выступает. Я сдаваться не намерен. Я буду искать замену. И вместо громобоя защитника я возьму... Я возьму, наверное, ветрокрыло. Да, я возьму его. Ну что, посмотрим, как у нас пойдут. Мне нужно всего лишь одну схватку. Ну как одну схватку? При условии, что мне в конце дадут 80 тысяч древесины. Только в этом случае. Если мне дадут рыбу, то мне придется продолжать бой. Так, ну что? Начинается, да, значит? Блин, какая смешная у него атака. Так, 13 уровень, еще раз, ребят, повторяю, против нас выступает. И это действительно не смешно. 13 уровень. Кто-то мне в комментариях писал: Рэй, используй каких-то драконов, у них типа есть синергия. Не помню, про каких именно, ребят, писали вы. Подзапамятовал. Синий... Что это? Ты не припухли тут колдовать, а? Костолом. Припух, я смотрю. Но, по-моему, мы здесь с тобой победим.
Здесь-то мы с ними разберемся. Ну-ка, добей. Так, зелень. Почему-то как-то слабо мы атакуем. Он зеленый. Не знаю. Все равно слабо. И ты слабо. Он сам по себе. 13 уровня, он сам по себе, ребята, видимо, вот такой вот крепкий. Причем он с пониженной броней. Опа, вот так вот, понял, защитку на себя взял, влепил и довольный. Недовольный, мы пробили ему. Давай так сделаем. Кусака, да? На тебе. Вот противный-то какой-то, посмотри, как мы его долго бомбим. Тем не менее победили. Ну что, смотрим, что же нам здесь достанется, какой ресурс. Кубки, это понятно. И вот, древесина. Ну что, закрываем это все и ставим прокачивать нашу, да, ребята, академку. Не понял, чего опять не хватает-то? Че надо-то? Зашибись, я не могу пока здесь, видите ли. Сколько здесь? 25 ускорим. А здесь... подожди, не то нажал. Тут 29. Просто вынуждили меня это сделать. Все, сколько она будет делаться? Ё-моё. Сутки, друзья мои, сутки будет делаться академка. Ну, поверь, оно того стоит. Надо уже прокачивать дальше своих драконов. Что это за фигня получается? Ничего у нас не уходит. Встали на месте и все. Так, прокачки, прокачка. 13 уровня, да, ты у меня? Тоже. О! Не понял, это что сейчас? А что сейчас был за топорик? Не понял, вот рыба это и топорик какой-то был. То есть он может участвовать на арене? Да нет. Или да? Не знаю, какой-то топорик, ребята, там промелькнул. Может быть, он может... Короче, друзья, напишите, что такое топорик. Рыба, древесина, это понятно, что он может искать. А может быть, топорик это... То, что он сможет добывать руду? Или что? Топорик. Вообще не могу понять. Ладно, дорогие друзья, давайте мы с вами на этой ноте закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!